вообще не травмоопасно, я тебе просто буду задавать. Нет, это абсолютно не травмоопасно. Окей. А где вот эта грань между натягиванием глаза на жопу и просто следить за собой? У меня в гостях... Па-пам-пам. Лиса, Лиса. Вот это называется битые дубли. Их в моем деле очень много. У тебя много дублей, кстати, получается обычно? Да. Я специально пытаюсь засунуть свой поганый еврейский нос в атмосферу даже... Так, еще раз. Давай сейчас такая подводка. Сейчас мы двинемся немножко. И так как я очень озабочен вопросом своей нищеты, я сразу спрошу про финансы. Сейчас двинемся. Как, ну, в классическом, плане твоя. Интервью им не очень, на самом деле, интересно. Хорошо. Тест. Да. Раз, два, три. 12 минут. Нормально. Я задам два вопроса, но отвечать на них ты будешь, когда двигаться. То есть задам я их по очереди, ну, посмонтирую. Короче, смотри, такой вопрос. Какая твоя самая любимая машина? Нет, подожди. Такой вопрос. Какая твоя самая любимая машина? Ой, нет, ты не такой, не отвечаешь. Квадратная? Нет. Короче, я просто задаю вопрос, сейчас я еще раз его задам. И ты начинаешь только. Мой любимый и... типа... Нет, первый вопрос окей. Ладно, сейчас ты на него ответишь, когда поедешь. Дальше. Сейчас это сделаю. А вот ненавидишь какой больше всего? Слушай, мне не нравится то, что Стоп. Сейчас... Все, меняемся. Ну, типа, это ты сейчас скажешь. Вот на... Я вот и обдумываю это, как бы это сделать так похитрее. Ты, то есть, еще раз я этот вопрос задам, но в другом контексте. То есть ты выводишь подлецов на чистую воду, так? Можно не комментировать? Или обязательно нужно? Самопауза. Самопауза очень смешная, понимаешь? Я оборвал, извиняй. Нет, подожди. Я оборвал. Так. Давай все-таки тронемся немножко от сидячей. Там еще наши наклейки есть или уже улетели? Блин, в идеале бы, знаешь, такую обманку сделать. Типа, я сижу здесь, задаю тебе вопрос, и дальше отвечаешь ты, ну, как монтажом. Ты продолжаешь ехать. Ну, я не за рулем, естественно, просто мы стоим где-нибудь. Ну, остановиться хочешь, чтобы... Ну, давай. Хотя хрен с ним, не надо, едем. Нам можно это реализовать, или мы сейчас в таком потоке, что двигаться медленно нельзя? Не, мы сейчас повернем направо, и у нас будет улица, где будет немного машин. Круто. Вот давай так и сделаем, да. С разговорами машин все? Не, мы еще вернемся, просто надо успеть хоть какой-то экшен сделать. Да, нужно, потому что у тебя... Нет, так видно будет. У тебя вообще это спрятался, и шпион. Так вот, и вот сейчас можно типа сделать это, я могу сейчас бежать типа рядом, да? Давай, пиши. Что делать мне? Нет, ты просто едь скоростью там 10 км в час. Меня пытайся догнать. Давай. Говорит что-то. Так вот! Так вот, скажи сейчас! Быстрее! Так, нам сейчас заехать куда-нибудь. Встать, я вас задал следующий вопрос. Можно банально здесь на остановке, если можно. Поехали. Ах ты, летит. Опа. Нет, надо как-то по-другому. Подожди. Скажи, как ты хочешь. Я думаю. Ну, в принципе, Land Cruiser. Ты можешь поближе повернуться к камере? Угу.
вот так вот, типа, Land Cruiser, очевидно же. Давай. Ты вопрос задашь или прям? Не-не-не, все, ты можешь сразу, мы же склеим там. Land Cruiser, очевидно же. Нормально. Ну, тебя и передай тебе микрофон, ты скажешь что-нибудь. Ну, вот так, не надо к лицу, но вот, вот так. Ссылка на всех находится в описании. Все, нормально. Мне кажется, пока. Пока.